Для нас цель оправдывает все. Приветствуем всех. Ну что ж, некий ДП Дюмон. Уникальное оружие полуночник. Сила тьмы, черная дыра. Врожденное умение исцеляет сердцами. То есть он еще сильнее прочих, заточен на взаимодействие с остальными. Ладно. ДП Дюмон. Потомок креольского семейства, которое обосновалось в Новом Орлеане после отмены рабства. Он был уважаемым доктором. Дюмон учил бедных и нуждающихся, обратившись к луизианской разновидности магии Вуду. Это привело к весьма неожиданным последствиям. Теперь доктор ищет защиты у Джеки. Хорошо, что вы быстро собрались. Если никто не против, я сразу перейду к делу. Дела у нас хреновые. Джеки сегодня пытались убрать. Он жив, но тот, кто не уважает его и его семью, должен заплатить. Теперь Джеки ищет людей с такими же уникальными способностями, чтобы выяснить, кто за всем этим стоит. Для этого вы здесь. Как любая семья, мы должны вас проверить. Для начала спасите парня по имени Джонни Пауэлл. Он вроде хиппи, мистик или как-то так. Я в эти дела не лезу и вам не советую. Говорят, он попал в лапы каким-то ушлепком со свалки в Хелстеде. Притащите этого Джонни сюда. Я с радостью послужу общему делу. Вот и славно. А теперь за работу. Да, сэр. Ты думай, что говоришь, сеньорина. Здесь семья, а не военная база. Да, сэр. Ты что, издеваешься? Пора надрать пару жирных задниц. Ну, пожалуй, что так. Накатим по стаканчику и за дело. Да-да, за дело, дружище. Их кровь прольется в вашу честь. А как же? Давай за дело. Ты знаешь, где я. Постигнить! Так, снова у них дробовик. Так, взять в руки только полуночник нельзя. Ладно, посмотрим, что у нас тут есть. Очень интересно. Хорошо. Я что-то слышу. Уже стар для новости о Джонни Пауле. Я чувствую, что твой друг совсем рядом. Этот парень очень нужен боссу. Он знаток всякой темной фигни. О, адепт тьмы, как и я. Буду весьма рад такому знакомству. Да-да, просто достань его живым. И
без этого вашего вуду? Не шути с тем, чего не знаешь. Ладно, только держи свою вуду подальше от меня, окей? Твой друг скоро будет с тобой. Спасибо за работу. Когда вернусь, я займусь твоей язвой, если позволишь. Что? С чего ты взял, что у меня язва? Есть простой рецепт. Слабый змеиный яд, кое-какие корни. Думаю, что я все-таки ограничусь таблетками, доктор Псих. Интересно. Опять только боль. Вооружение мы собрали. Развяжите меня!
прошу. Ну и? Помогите! Развяжите меня! Хорошо. Развяжите меня! Я твое спасение! О, Господи! Спасибо, спасибо, спасибо! Вы мне жизнь спасли! Эй, стойте-ка! От вас просто несет тьмой! То есть... Вот дерьмо! Вас прислал гребаный Джеки Эстакада! Это точно меня уроет! Черт, черт! Ладно, ведите меня к нему. Не, ну это же надо, вот непруха-то. В любом случае, на этом пока что все.